Выжившая в тайге Карина Чикитова учится в первом классе Алекминской школы. Девочка собирается заниматься балетом. К любимице Якутии на днях в Алекминск приехали гости из столицы. Сюжет Елены Фаст. Карина – маленькая хрупкая девочка, имя которой известно всему миру. Сейчас она живет в Алекминске, учится в первом классе одной из школ города. Веселая и общительная, по словам учителей, ответственная и внимательная. Недавно к ней приехали гости из Якутска. С одной из них Карина познакомилась давно – Альбина Прокопьевна Черепанова, принявшая немалое участие в судьбе девочки и ее семьи. Вот она. Сегодня я в гости к ней приехала. Она ученица первого класса. Она начала школу в санатории, теперь в Алекминске продолжает. А в августе она приедет в город Якутск, и мы будем учиться. И мы будем учиться, Карина. Мы будем учиться в Якутском хореографическом училище. Сейчас сложно судить, как сложится ее будущее в балете, но, возможно, когда-нибудь она вновь удивит мир. На этот раз на сцене. Уже все данные у Карины есть. Я думаю, что это большое будущее. Девчушку нашу ждет. А пока Карина искренне рада подаркам. С удовольствием демонстрирует обновки. В общем, как и все дети. Альбина Прокопьевна убеждена. Все сложится хорошо. Она и дальше продолжит кураторство. В ходе визита в Алекминский район Альбина Прокопьевна познакомилась с работой женского движения. Уверена, любое формирование на благо. Ведь у всех единая цель. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.